Приветствую всех у себя на канале, дамы и господа, у микрофона, как всегда, я Бог, и мы в очередной раз попадаем на сайт MyCSGO. У нас есть интересный промокодик, называется он Баги, и дает вам 30% к балансу. Если ты пополняешь 10 тысяч рублей, с моим промокодом тебе придет на баланс целых 13 тысяч. Поэтому ссылочку как и на промокод, так и на сайт я размещу в описании. Сейчас, если этот был звук вам слышен, то это мой электросамокат новый, купил, поднялся на кейсах, просто можете меня поздравить в комментариях, красивая, вот фоточку сейчас приложу, если будет не лень, если лень, извините. Ну и будем сегодня выбивать скины на конкурсы и скины, чтобы их забрать. Ребят, вот как вы считаете, что самое дорогое я могу сегодня выбить на MyCSGO? Прямо сейчас верни видосик, поставь на паузу и напиши в комментариях, веришь ли ты сегодня в наши силы. Я вот сегодня в наши силы верю очень сильно. В прошлый раз мы, к сожалению, сассировали такой, знаете, очень неприметный, но очень большой болтик. Что несу, но как бы в этот раз я пришел сюда очень строго, и сегодня я не позволю сайту меня увести в минус. Я сегодня буду с сайтом очень строг, как учитель с учеником, и буду его просто очень сильно наказывать, потому что, ну, мне надоело, спасибо, кстати, MyCSGO за скидочку, но у нас уже есть, мне надоело, что сайт может себе позволять такие выходки, и что он меня может увести в минус. Это ни хрена не смешно, потому что я, блин, закидываю реальные бабки и не хочу ходить в минуса. Механа пушка, между прочим, как вариант. Но она стоит 311 рублей. Это меня не особо устраивает, и суммарно наш баланс получается в 5170 рублей. Ну, 1300 рублей плюсом. Окей, биткоин стоит 100 рублей. В тот раз, когда я слил бабки, он стоил 3000, и вот меня это вообще не устраивало. Когда биток стоит 100 рублей, это как, знаете, собака в наморднике. Он не кусается, он не жрет, он покладистый, но только ему стоит подорожать, понимаете, да? И сейчас сразу весь баланс сольет. А так он даже может окупать, между прочим. Смотрите, сейчас он уже немножко нас увел в плюсик, рублей на 150. Сейчас уже лучше плюс, смотри. Ну, сейчас вообще минус. Окей, я предлагаю тогда сделать вот так вот. До минуса играем. Пока идут плюсы, открываем. Смотри, плюсы идут, 2000 подняли. Пока идут плюсы, открываем. Все, минус. 6800, но в итоге 2,5 мы уже подняли. Отлично. Ой-ой-ой, он теперь стоял стоить дорого, но мне кажется, его ГГ сейчас открывать. Лучше открыть 4 Team Spirit кейса, поехали. Летит история о драконе, огненный змей, и, к сожалению, все это пролетает, дамы и господа, но... Орион, да. Ну, 2300 и в нуле. Мы в таком капитальном нуле. Сейчас пробуем 5 раз еще открывать Team Spirit. Ребята, я надеюсь, что вы поставили лайки. И вообще, что вы думаете о MyCSGO? Скатился, не скатился? Можно на нем сейчас открывать кейсы? Блин. Слушай, ну вот это неприятная новость была. Предлагаю открывать фастом. Ой. Слушай, а мы баланс-то вернули с одного кейса? Может, еще что дропнешь? Смотри, ну пока... Вот, хорошо, кстати, дропнул. Очень хорошо. Пошло неплохо. Да, еще два разочка. Раз, два. И теперь ва-банком пойдем. 10 Team Spirit кейсов. Между прочим, за 2 года существования этого кейса, ребята, он ни разу не скатился и ни разу прям не был полным говном. Всегда что-то, вот смотри, вот всегда что-то выдаст. Причем эта хрень, наверное, стоит дофига, да? 6700, ну еще 10. То есть всегда этот кейс, в принципе, достоин вашего внимания. Я никогда не мог сказать, что он прям полное говно, как биток, допустим, да? Если в других кейсах это как-то чередами, то в этом кейсе все-таки более стабильный окуп. Так, что у нас по дропу? 6000, смотри, ну, такое. Можем открыть его дважды. И еще дважды. Слушай, ну что-то есть. Вулкан. Вот так вот. Просто взяли вулкан, дропнули. Еще 10 раз быстро. 8500 окупились. Еще 10 раз быстро. 6200 в минусе, но небольшом. Еще 10. Смотри. Еще 7. Это плюсы все. Считайте баланс. С 4000. Если сольем, помните вот этот баланс. Но я сегодня не планирую сливать. 10. Смотрите. Еще бабки. 7. 6. Давай, если еще будет пару минусов, мы уйдем. И последний минус, если будет сейчас. Ага, сейчас конкретный минус был. Хреновенько. 1, 2. Давай, последний. Ну, все. 9000. Ну, было 17. Окей. Признаю свою ошибку. Слили достаточно неплохо. Но нужно подниматься теперь. Что делать? Так, 10 тайных полетели. Team Spirit, все, но он отдал. Согласитесь, он отдал свое. Он отдал целых 10 тысяч рублей плюсом. И, к сожалению, я вовремя не остановился. Теперь надо надеяться на тайное. Вот на тайном что-то интересное мы тоже можем урвать. В принципе, это 6500. Мы потратили 7. Вот давайте так. Мы сейчас дойдем до перчаточного кейса и спокойно откроем его. Это будет хорошо, да, MyCSGO? Давай с тобой договоримся вот так вот. Это будет очень неплохо. Ну, блин, на самом деле все это очень говорит... А, 8 тысяч, ну, так-то 7. Десятка. 7 тратим, получаем 8. Хороший результат. 7 тратим, получаем 5. Плохой результат. 7 тратим, получаем 7.
Блин, может контракт попробовать? 7 тратим, получаем 6500 и попробуем вот это все в контракт. Ну не все пока что, давайте частями, частями. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и шесть. 3400 контракт. Достаточно дорогая тема. 900 рублей, все. Контракты у меня сразу желание делать отпадает. Блин, может ножик надо было дернуть, ребята? Блин. Вот этот кейс не хочу дергать, биток не хочу, best in class хочу. Вот best in class нормально. 10 кейсов, 5500 нам обходится. И получается, ну, сейчас он должен нам окупать. Тут есть, смотрите, какие скины замечательные. Даже вот, чтобы вы понимали, вот это говнецо 3500 стоит. Будем... Ой-ой-ой, как много чего не долетает. 4500, еще пятерку, точнее десяточку. 5900, небольшие плюсы. Давай, best in classic. Ну нет, не то, совсем не то даешь. 1600, 1100, 1600, 1800 пойдет. 1600, 1800. Открыть пока не можем. 5 открываем, 2800, 2800. Теперь не можем. Блин, хочу 5 открыть. 3900, нормально. И последний раз открываем 10 кейсов. Если сейчас окупается, открываем нож и забираем. Если нет, так нет, ребят. Но я надеюсь, что все-таки наша удача сейчас будет прям в приоритете. Она будет сегодня на нашей стороне, как минимум. И что это? 3900, ну почему так хреново-то, а? 4200, ладно. 500 рублей кейс. Попробуем его открыть. Так, недостаточно средств. Это все не надо, это я понимаю. 2500, 3700. Давай, 1500, 1000. 2500, 2100. Блин, ну походу наша удача кончилась, ребят, походу. 3600. 3800. Ну, пожалуйста, 10 раз этот кейс, целых 10 раз. Мы сегодня дошли до 17 тысяч. Почему я не открыл перчатки, кстати? Это пипец. Вот я дурачок, а. Так, ну, пожалуйста, что-нибудь годное. По-моему, ничего интересного сейчас не выпало. 4700, еще 10. 4300, ладно. В итоге мы вернулись к такому же балансу, который и был. Вот вообще не круто. Нет, типа это лучше, чем ничего, но... Илон, пожалуйста, брат. Раз. Ой-ой-ой. Два. Ну, это не так хорошо. Три. Слушай, ну Азимов хорошо, хорошо было. И все, да, наверное, после Азимова соснули мы огромный болт. А, ну, пойдет. Да, походу Азимов это конечный результат. Ну, что я вам предлагаю? Я предлагаю вам ОП Азимов-то вывести. И будет нормас. Да, да. Мы как бы в нуле будем. Еще. Ну, видите, сейчас уйдем в минус. Мне кажется, вот 17 тысяч это был потолок. Учитывая то, что сейчас у нас есть Азимов, мы можем остаться в твердом нуле, вывести этот скинчик и радоваться жизни. Но или можем отсосать и вообще не вывести ничего. Поэтому я предпочитаю закончить ролик на такой ноте, открыть кейсик за 1000 рублей. Здесь тоже что-нибудь интересное выбить и уже пустить это дело на конкурс. Будет вообще хорошее окончание данного ролика. Выпадает АВП ФОБа. Сколько она стоит? Она стоит 137 рублей. Ну, на конкурс такой слишком стрёмно для своих подписчиков забирать. Я лучше что-нибудь другое вам с кармана своего разыграю. Так, ладно, друзья, вот такой получился видосик. Сейчас Азимов этот будем забирать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а микрофон был Бог. Увидимся. Пока-пока.